приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я хочу разобрать для вас вступление к песне «Ночь перед Рождеством» группы «Сектор Газа». Вот. Ну и хочу сразу сказать, что это видео я записывал на гитаре, а на гитаре у меня стоят струны Джон Хоп. Мои любимые на данный момент струны. Это немецкие струны, которые звучат очень сочно, очень ярко. И что для меня немаловажно, они очень долго держат строй и очень долго не изнашиваются. В частности, даже хочу сказать насчет четвертой струны. Вот эти струны Джон Хоп. Это нейлон. У них очень много разных моделей. Есть карбоновые струны, соответственно, металлические тоже. Ну, просто я больше всего люблю нейлоновые струны. И вот эти струны, это просто шикарные струны, звучат они, как я уже сказал, очень ярко, и даже еще одна характеристика очень важная для меня, очень громко. То есть здесь износостойкость, здесь громкость, яркость и качество просто замечательное. Поэтому я вам советую использовать здесь струны, стоят они недорого. Значит, приобрести их можно, у меня под видео есть ссылка, там вы все можете посмотреть и узнать, где и как их купить. Итак, я хочу разобрать для вас вступление песни «Ночь перед Рождеством». И сразу хочу сказать насчет тональности. Тональность фа диез минор у этой песни. Это ее настоящая тональность, оригинальная. Но, в общем-то, тональность не имеет значения, когда есть каподастер. Можно сказать, что по аппликатурным схемам это обычная ми-минорная тональность. Потому что если брать каподастер, я его поставил на второй лад, можно считать отсюда. То есть можно сказать, что здесь будет первый лад. И вот этот аккорд, который на самом деле, конечно, является фа диез минором, это всего лишь обычный ми-минор, то есть аккорд ЕМ. Поэтому, если у вас нет каподастера, нет желания особо думать, что в оригинальной тональности или в какой, вы можете просто в обычной ми-минорной тональности все это дело сыграть. То есть все те же самые аппликатуры будут. Единственное, какая разница будет, придется сдвинуть все на два лада влево. Но я все-таки разберу тональности ми-минор. И у тех, кто захочет сыграть в тональности в оригинальной, в фа диез миноре, вы можете поставить каподастер, и вам нужно будет все, что я показываю, сдвинуть на два лада вправо. Вот и все. Первый аккорд будет ЕМ. Если вам интересно, я, конечно, покажу аккорды какие, но в следующем видео покажу, как играть и на каких аккордах петь эту песню. Итак, давайте начнем разбирать вступление. Первый аккорд — это аккорд D. Но здесь он немножко не в обычном варианте. Нам просто нужна будет нота вот эта ля, то есть первая струна на пятом ладу, поэтому мы не обычный аккорд D с вами сыграем, а мы сыграем третья на втором, вторая на третьем, и мизинцем зажмем первую на пятом. И в правой руке нам нужно будет сыграть. Сначала 4 струны одновременно, четвертая, третья, вторая, первая. И потом еще нам нужно будет третью сыграть, как для заполнения. Два раза 3 струны одновременно. Это будет первая, вторая, третья. И вот что получается. Потом вот эту схему мы сдвигаем на два лада вправо. У нас получается третья на четвертом, вторая на пятом, первая на седьмом. И здесь мы играем 3 струны одновременно. Первая, вторая, третья. И возвращаемся назад. Опять играем 3 струны одновременно. Первая, вторая, третья. Третья здесь будет на втором, вторая на третьем, а первая на пятом. И после этого нам нужен аккорд G. Даже не полностью, а просто шестая на третьем и первая на третьем. И на этом аккорде G мы играем 4 струны одновременно. Шестую, третью, вторую, первую. И вот что у нас получается с самого начала. Идем дальше. Дальше нам нужен аккорд АМ, вторая на первом, четвертая с третьей на втором. Но к этому аккорду АМ еще мы зажмем мизинцем первую на третьем и сыграем 4 струны одновременно. Пятая, третья, вторая, первая. И два раза еще сыграем первую, вторую, третью. Вот что у нас получается. Далее ничего не убираем, просто мизинец сдвигаем с третьего лада по первой струне на второй. И играем 3 струны одновременно. Первую, вторую, третью. Потом убираем мизинец, остальные пальцы оставляем. И 3 раза подряд играем 3 струны одновременно. Первую, вторую, третью. Убрав мизинец, просто продолжаем держать аккорд АМ. Вот что у нас получается. Еще разок. С мизинцем на третьем ладу мы играем раз. Дальше второй лад, мизинец. Один раз играем, убираем мизинец. Раз, два, три. Без мизинца тоже 3 раза играем. Еще разок получше запомните это место. И все это время мы держим аккорд АМ. Вторая на первом, четвертая, третья на втором. Идем дальше. Зажимаем аккорд H7. Это четвертая на первом, пятая на втором, третья на втором и первая на втором. И сначала мы на этом аккорде H7 играем 4 струны одновременно. Пятую, третью, вторую, первую. Потом сдвигаем мизинец по первой струне со второго лада на третий. Дергаем опять 3 нижних струны, первую, вторую, третью. Возвращаем мизинец на второй лад по первой струне. Ну, что у нас получается. После этого можно ничего не зажимать, а сыграть только шестую, третью, вторую, первую одновременно. Вот что получается. Все. Дальше у нас идет вторая половина вступления, она почти точно такая же, только в начале мы играем немножечко побольше раз, можно так сказать, в правой руке, аккорд будет тот же самый. Вот, то есть точно такая же вторая половина, но в начале играем побольше. Значит, первый раз мы играли... Мы сыграем. Вот, то есть нам нужно будет опять зажать третью на втором, вторую на третьем, первую на пятом. И здесь можете все время по 4 струны играть. Четвертая, третья, вторая, первая. Либо по 3. Получается раз, два, три, 4, 5, 6. 6 раз нужно сыграть вот этот аккорд D. Получается раз, два, три, 4. На 2 лада вправо, опять 3 струны нижних, и сдвигаем на 2 лада опять влево на свое место. Один раз 3 струны нижних, потом аккорд G, 6, 3, 2, 1, дальше аккорд АМ, мизинец заставляем на первой струне третьем ладу. Все время держим АМ в правой руке, играем, мизинец на первой струне третьем ладу играем. 3 раза подряд 3 струны. Вначале с пятой, раз, два, три, потом сдвинули мизинец на второй лад, один раз, убрали мизинец, раз, два, три, все на М, дальше аккорд H7, щипок, сдвинули мизинец на третий лад, сдвинули мизинец на второй лад, и опять 4 открытых струны, шестая, третья, вторая, первая. Ну и в конце можете вот это доиграть. Пятая, четвертая на втором, а в правой руке сыграть.